Для активного и равномерного созревания земляники садовой требуется очень много калия. Неравномерное созревание и разный размер ягод часто связан с нехваткой этого элемента питания. Помочь землянике очень просто. Понадобится 1 столовая ложка удобрения сульфат калия на 10 литров воды. Удобрение тщательно размешивается, и растение подкармливается из расчета примерно 0,5 литра раствора на одно растение. Земляники на больших площадях такую подкормку хорошо давать через капельный полив. И вся земляника будет сладкая, крупная, спелая. Также вы можете делать и надзольный раствор. Литровая банка древесной золы на 10 литров воды и по 0,5-литровой баночки на каждое растение земляники. Только надзольный раствор.